нетиповое для канала, но обзор терминала воды Шестаковской. Волчанское направление в сторону Старого Салта под Харьковом. Тут у нас, можно, выдают какую-то карту в киоске рядом. Для рём стоит 1,40 гривна. Купюры какие-то может принять. И для монет. Вот такое. И ее состав. Вот. Получается. Вот такое у нас. Сейчас остальные посмотрим. Автомат Арганской. По гривне 50 за литр. Автомат сдачи имеет терминал, купюры. Приложение Арганское вот такое. Так, это вода у нас Куличи по гривне 50. Наливают прямо здесь.